Да блин, ты реально меня обгоняешь? Вот это у тебя психичка. Да блин, ну Серега, это же не часто так, как ты играешь. Серега радуется, что на победил ведь. Злорадствую. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение, Сережка, скажи крутые слова. Всем приветики-омлетики. Как и обещали, у нас очень классная рубрика, которой не было уже, наверное, полгода, может и больше. Какой аниматроник самый быстрый? Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем экспериментировать. Ребята, мы накачали настолько много пилпаков аниматроников, вы даже не представляете. Я думаю, что, Серега, около 30, да, пилпаков у нас? 40 даже. Даже 40. Поэтому, ребята, начинаем. Меньше болтовни, больше делов. Серега, ты готов? Всегда готов. Раз, два, три. Ребята, а мы сейчас будем выяснять таким образом, что с каждого пилпака будем брать самого быстрого, а потом будем проверять из этих всех быстрых, кто самый быстрый. Вы даже не представляете, сколько добавили новых аниматроников. Поехали дальше, Серега. Мой оказался быстрый. Пока мисс Фредбер лидирует. Раз, два, три. Так, так, так. Я не понимаю, ты меня догоняешь или нет? Догоняю. О, блин, я все-таки думал, что я немножечко быстрее. Ребята, ставьте лайк, если подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И возвращаются самые топовые рубрики на мой канал. Поэтому не пропускаем. Все смотрим до конца. Так, Серега. Один, два, три. Одинаково. Мне кажется, ты все-таки чуть-чуть меня догоняешь. Представляете, даже вот такую... А, нет. Одинаково, Сережка, одинаково. Один, два, три. Ой, что-то совсем медленный. Так, Серега, с этого пилпака выиграл пока мисс Фредбер, правильно? И Найтбер. Ну, Найтбер... Хорошо, давай я беру Фредбер. Они одинаково будут бежать, Серега. Ну, давай проверим. Считай. Раз, два, три. Одинаково. Знаешь почему? Мне кажется, что просто скин заменили сам, а все остальное одинаково. Даже смотри, анимация у нас с тобой одинаковая. А ну дай пятюни, Дима. Давай, вот так, так. А, прикольно, ребята, прикольно. Так, ну что, Фредбер выиграл. Следующий пилпак, это там где-то эти все сгоревшие. Может, давай не будем их тестить? Давай сейчас быстренько посмотрю. Здесь, кажется, очень все медленные, даже этот медленный. Не, ну какие-то есть быстрые. Хорошо, Серега, давай проверим. Оставляй тогда себе этого. Ты готов? Да. Один, два, три. Блин, да ты быстрее меня, Серега. Я шустрый. Благодаря пропеллеру я быстрее лечу, я Карл. Хе-хе, ладно, телепортироваться нечестно, но было интересно. А кто у нас тут еще? О, такой вот я, кстати, я, наверное, буду быстрее. Давай, один, два. Не, медленно, медленно, Серега. У него походяк такой смешной, мне нравится. Очень классный, ребята, походяк. Офигеть. О, мангл, мангл, а ну-ка. О, еще пальчиха. Один, два. Ого, у тебя скорость, но я быстрее бегу, смотри, я отрываюсь. Да-да-да-да-да, немножечко это скорость. Даже вот такую разницу, когда делают, это очень приятно. То есть, каждого аниматроника делали прям вручную. Так, Серега, кто еще с этого пилпака? Больше пока нету. Вот этот пока челик выигрывает. А там Фредбер, давай проверяем с Фредбером. Ты берешь Фредбера или я? Я. Давай. Один. Два. Три. Да ну, ой, я все-таки быстрее. Думал, что я быстрей. А, нет, ты. Да-да-да, немножечко, вот прям доли миллиметрика, но я быстрей. Даже неожиданно, что этот челик выиграл тебя, да? Да. Так, сгоревших проверять, наверное, не будем, потому что они в точь-точь так же самое бегают. Так, Серега, вот этот пилпак одинаково тоже, да, бегает? Да, совсем по-разному. Так, это тот же самый, это продубли... Получается, пилпак-то другой, но они как бы скопированы, это очень странно. Да. Раз. Раз, два, три. Офигеть, нифига себе, смотри, я, Серега, быстрее. Да.
Даже неожиданно, что из Five Nights at Candy's все-таки есть быстрые аниматроники. Ну что, ты готов? Да. Один, два, три. Я фальшстарт сделал. Быстрее. Да, намного быстрее. Очень быстрый аниматроник. А у тебя кто? Red, Cat, Matt? Cat. Давай Red-а. Давай. А, подожди, а, значит у меня Red. Забери другого. А, не, подожди. А, да, да, да. Вот, Cat. Раз, два, три. А я быстрее бегаю, Сережки. Шустрый какашка, Дима. Да, классный аниматроник. Поэтому я всегда его не любил. С этого пилпака, особенно когда ты от него убегаешь. Он очень быстрый. Кэтмакс, ты медленный, засранец. А кто еще? О, давай, может, этого возьмешь? Визера Честер. Чистер. Это кто? Ну, обезьяна. О, давай. О, прикольный челепиздрик. Кстати, мне кажется, ты меня уже выиграешь. Один. Два. Три. Да, мой покамец побеждает всех. Возьми тогда Визард Пингвин. Он же быстро вроде катается. Да, он вообще медленный. Да? Это на Shift? Да. А, не, он рахит. Тогда, Серега, следующий пилпак. Давай, бери Боньку. Один. Два. Три. Да, ну да, я быстрее. Это прям вообще реально очень видно, что я псих. Я психую, Дима. Ну а что ты психуешь? Тогда бери себе Чика будет быстро или Фокси. А ну проверь, может они все так быстро этот медленно бегают? Да, они Фокси все... тоже рахит. Они все. Кто ногами быстро передвигает, а бегает медленно. И скорость вообще никакая. Опа. Так, это следующий пилпак, чтоб я не перепутал. Кстати, они тут вроде бы все медленные, Серега. Медленные? Да, да, да. А ну проверь так вкратце. Ну да, смотри, челепиздрик медленный. Ребята, если вы хотите, чтобы мы сняли новую рубрику, мы будем смотреть все анимации и выбирать самую крутую анимацию у аниматроников. И это прям будет очень интересный ролик, потому что мы подготовили даже эти все пилпаки и знаем, как включаются анимации. Поэтому... Если поставите 3000 лайков на этом ролике, мы снимем самая крутая анимация у аниматроников. Или у кого самая крутая анимация. Вот так назовется ролик. А ну-ка, прям ты так круто встал. А по скорости ты рахит? У-у-у. Так, стопы, давай. Серега, подожди, подожди. Мне кажется, я сольюсь. Один, два, три. Не, Серега. Давай, минус один. Смотрите, как я быстро. Ты меня догоняешь. Я уже перегнал тебя давно. Так, ну что, давай другого. Что там у тебя еще есть? Давайте мы посмотрим, кто у нас там быстрый есть. Ого! Ты готов? Или у тебя медленный? А не, у тебя Серега рахи, давай побыстрее выбирай. Тут есть быстрый еще, я знаю. Вот этот быстрый, кстати. Давай, один, два, три. Это быстрое говно. Да-да, он очень быстрый. Прям вообще круто сделанный. Класс, класс. А ну, Серега, возьми тогда Five Nights at Candy's Red, за кого я играл. И мы сейчас проверим. Да-да-да. Один, два, три. Да, Red быстрее. Блин, не, одинаково. Не, я тебя обгоняю чуть-чуть. Ты догонял меня, да, разве? Да. Ну, блин, сейчас, подожди. Рахит, рахит, рахит. Как ребята анализировать аниматроников? О, ты готов? Вот сейчас будет, ребята, очень равная битва. Сейчас будет мясо. Один, два, три. Ребята, вот это я его сделал по красоте, вот это я люблю. Очень быстро, мне кажется, с ним тягаться ни один из ближайших аниматроников не сможет. Пока, мисс, я победитель, хотя нет. Ты с этого же, да, пилпака взял? Не, это какой-то, да, но это рахитный какой-то, медленный. Ну давай, а ты на Shift так бегаешь? Да. Да, ну, мне кажется, ну да, я очень быстро, ты меня, в принципе, не догонишь. Кто там еще есть? А ну, спринтрап. Ну-ка.
Нет, спрингтрап там вообще медленный. Так, вот это, кстати, давай, это мой равный соперник. Так что, ребята, перед тем, как мы побежим, напишите в комментариях, кто же победит, марионетка или Фредди. Кошмарный. Наконец-то достойный противник. Наша будет... Один. Наша битва будет величайшей. Два. Три. Пока, Дима. Мы с тобой одинаково. Нет, я тебя обгоняю. Да, блин, ты реально меня обгоняешь? Вот это у тебя психичка. Да, блин, ну, Серега, это же не честно так, как ты играешь. Серега радуется, что ты победил меня. Злорадствую. Так, подожди. Это тоже достойный противник. Не-не, это был полудостойный противник. Не, это достойный. У нас же называется серия «Самый быстрый», поэтому... А, Серега, сейчас я дойду до самого быстрого. Сейчас. Ну что, давай. Получается, у тебя младшая сестра, у меня старшая. Один. Почему ты большой? Два. Три. Нет, стой, Серега, что-то здесь не... А, все, я первый, но ты быстрее. Ты быстрее. Не спорю. Так, это Рахит. Ты один можешь. Восьмибитная. Магическая тоже ни о чем-то тоже. Вот, ребята, новые пилпаки, которые вообще мы ни разу не записывали. Но они очень крутые. О, блин, руками так прикольно передвигает, но толку от этого не... А ты просто кнопку назад нажимай, ты прям как Майкл Джексон. Да-да-да-да, подожди, а как они включаются? На R. Ага. Ну блин, ну вообще как-то, Серега, совсем печально. Ну это Рахит. О, давай, вот это реальный соперник. Отчитывай. Так что марионетка всех удивляет. 3, 2, 1. Я без шифта бегу. А, ты меня троллил, да? Ах ты подлец. Хорошо, Серега, хорошо. Ты готов? Отчитывай. Само собой. Раз, два, три. Сопли подотри. Да ёкалэмэнэкала. Я все-таки думал, что он очень быстрый, но, видимо, чего-то не хватает. Видимо, скорости. Сопли не потер. Так. Сейчас, ребята. По-любому же есть быстрый. О, ну, кстати, вот, довольно... Давай, отчитывай. Три, два... Раз, иду, второс. Да ты задрал! Блин, мы сколько еще посмотрели аниматроников, мы даже еще половины не посмотрели. Сейчас. О! Серега, ты готов проиграть достойно? Давай. Отчитывай, проигрыш. Быр, еке, ущ. Да, ты меня погнал. Ребята, ну это было очень красиво. Что говорить, когда играет профессионал по скорости. Теперь ты себе бери быстрого ищи. О, кстати, прикольная рубрика, когда ты теперь ищешь быстрее, чем я. А ты его не найдешь потом. А, есть, кстати, есть. Есть, я есть, знаю, есть. Какой? Сейчас я его найду. Так, ну-ка. О, давай. Блин, да ты хитрый жук. Отчитай. Три, два, один. Гоу. У тебя даже телефон сел, чтобы проигрывать. Батарейка села. Да, Серега, давай, нормально заряжайся, там тебе вещи. Так, ну что? Есть еще такой. Ого, ну он медленный, Серега. Да ну... Он раньше быстрый же был. А, это медленная версия, а это большая башка быстрая версия. Ты готов проиграть? Подожди, я сейчас возьму твоего любимчика, Дим. Или давай все-таки потестим, кто быстрее, спринттрап или марионетка, а? Спринттрап или марионетка? Да. Это будет честная гонка. Отчитывай. Три, два, уан. А че ты руки в боки? Кстати, обрати внимание, мы с тобой, мне кажется, одной скорости. Я тупо этот... Иисус. Ого. Нифига себе, это ты нечестно играешь. Так не, я финишировал, улетел. Всех, кого мы накачали, мы не можем показать в этом ролике, потому что их очень много, и поэтому, если вы хотите увидеть продолжение, ставьте
3000 лайков, и мы с Серегой поймем, что это вам понравилось, и мы снимем вторую рубрику «Какой аниматроник самый быстрый?». Ну а если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и посмотрим мои ролики еще. Вот убийца.